26 мая 2016 год. Каждый год в этот яркий майский весенний день мы собираемся на нашей любимой школьной площадке на праздник последнего звонка. Этот праздник особенный, неповторимый, наш любимый звонкий праздник последнего звонка. Музыки шум, суета, радуги праздник, ночи без сна. Школьные тетрадки до корки исписаны, точку сегодня ставит весна. Всех кутерьма закружила весеннее, но, как обычно, в положенный срок наших успехов, ошибки, свершения все подытожит последний звонок. Внимание, школа, внимание! Наш праздник начинается! И праздник этот, как всегда, последний для тех, кто самый старший среди нас. Аплодисменты! Шествуют победно выпускники 11 класс! Когда нам будет сильно за 20, наверное, будем мы тише смеяться. С улыбкой мы детство листая, какими были и какими стали. Все быстрее наступало, наше завтра начнется с утра. А сегодня нам кажется мало того, о чем лишь мечтали вчера. Подтвердить все аксиомы и вывести собственные формулы. Ими были опровергнуты все стереотипы и раскрыты все грани талантов. Наши выпускники настойчивые, уверенно шагающие к намеченной цели. Это активные, артистичные, творческие девушки и юноши. Настоящие звездочки на нашем школьном небосклоне. Предоставляется депутату Народного совета Донецкой Народной Республики Крикуленко Юрию Алексеевичу. В первую очередь, конечно, я хочу поздравить наших выпускников 11 класса, а также их классного руководителя. Для вас, ребята, это действительно историческое событие. Вы становитесь самостоятельными людьми. И теперь вам самим определять, как вам дальше жить и кем вам дальше быть. Я же хочу пожелать вам, чтобы ваши учителя могли гордиться вами и после школы. Думаю, что вы еще не раз посетите эти родные стены, еще много раз до того, как приведете сюда своих детей. Для учащихся, которые перешли в следующий класс, я хочу пожелать, чтобы на каникулах вы набрались много сил и хорошо отдохнули. Так что поздравляю вас с праздником и желаю вам всего хорошего. Сергей Иванович, принимайте наши подарки для наших детей. Народной Республики на линейку внести.
нашей школе родные слова. Старшеклассник, улыбнись, здесь дают путевку жизнь. Знаний мы здесь добились дружбой, объединились и идем вперед. Слава нашей школе! Прежде всего хочу поздравить с окончанием учебного года наших выпускников, всех детей, коллектив учителей, уважаемых наших родителей. Прошедший год был достаточно успешным для наших учащихся. Они отметились и победами в разных конкурсах. Наиболее важные достижения их сейчас я вам сообщу, чтобы мы хорошо представляли, какие же талантливые и успешные наши дети. Поскольку отличников достаточно много, я зачитаю приказ, а грамоты будут вручены отличникам учебы на классных часах. Было детство и были бантики. Была школа, друзья, подруги. И летели годы, как фантики, не похожие друг на друга. Каждый год в сентябре мы встречались на пороге родной своей школы. Здесь дружили, впервые влюблялись, познавали наук мы основы. Мы делились добротой и вниманием с теми, кто в этом нуждался. Тонны мусора было убрано нами, в этом каждый из нас постарался. Танцевали и песни пели, выступали не раз на сцене. Сколько каши в столовой съели, сколько высказали своих мнений. Мы искали города на карте, отвечали урок у доски. Доверяли секрет своей партии, а сегодня мы выпускники. Дорогие выпускники, свой музыкальный привет вам адресует ученик 6 Б класса Лесняк Родион. Школьная вокальная студия «Нота». Руководитель Михаил Юрьевич Бондарь. Голубое небо, алые рассветы.
посмотрите все на нас! Выпускникам пожаловал наш класс! Проводим сегодня мы вас.